У нас за 2,5 года поменялся уже сколько министров? Муси, Квиташвили, Супрун. И мы выходим на одни и те же проблемы. Вот сказала коллега, был октябрь, сейчас август, но это действительно очень поздно, проведение тендеров. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть системная проблема, которую нельзя решить, просто сменив Квиташвили на Супрун, Супрун на Мусия, Мусия на Иванова, Иванова на Петрова. То есть нам сегодня, как парламенту, необходимо принять законодательство, которое позволит системно решить эту проблему.